Середина февраля. Синяя, даже лазурного цвета вода. Синее небо. Не очень жаркое, но так и серьезно пригревающее солнце. 22 градуса, а под прямыми солнечными лучами чувствуется дыхание лета. Мы с вами в порту города Фуншал, столицы Мадейра. Состояние, которое вы видите, можно характеризовать словами «затишье перед бурей». Это, конечно, некое преувеличение, но такое чувство примерно у меня возникает в большом порту. За этим молом или у него нет ни одного большого судна, а вчера и позавчера мы видели сразу два и три одновременно. Большого количества гуляющих вдоль берега тоже нет, а предложение половить рыбу, отведать только что ловленной рыбы, прокатиться на катамаране с прозрачным днем. Масса, и понятно, что на любое предложение есть желающие, но желающие, конечно, бывают здесь в сезон, в летний, а не в феврале. В этом, собственно, и прелесть приехать на Мадейру в декабре, в январе, в феврале и, наверное, в марте, потому что купаться нельзя, но зато тут тепло, нет суеты, и пребывание здесь, так как мы в течение 8 дней, дает нам полное право сказать, мы были на Мадейре и теперь знаем, наверное, мы приедем сюда теперь уже отдохнуть, искупаться и, может быть, половить рыбу. Соберетесь ехать, скажите, может быть, мы поедем вместе с вами.